Маша. Я люблю свою школу, потому что у нас очень хорошая и добрая учительница. Она иногда задает много, иногда мало. Она задает много, потому что мальчики у нас очень шаловливые, и они могут у нас устроить на переменах маленькую драку. Если мальчики устроят маленькую драку на перемене, а Наталья Михайловна, наша учительница, этого не заметит, то она нам задает мало. Еще я очень люблю школьные экскурсии. Например, когда мы ездили в музей метро. Мы там ездили на настоящем лифте и смотрели настоящую глину в подземелье. Еще мы ездили в музей воды. Нам рассказывали о том, что был такой автомат. 3 копейки, значит, сиропом двойным. И какая-нибудь вода. 2 копейки, значит, с одним сиропом и какая-нибудь вода. А 1 копейка, либо газированная вода, либо обычная вода. Еще мы ездили к Деду Морозу. Там мы ходили в больших лыжах всей командой. Какие молодцы! Вот почему я люблю свою школу.